Сила. Мощь. Выносливость. Упорство. Все это основы пауэрлифтинга. Силовой вид спорта, суть которого заключается в преодолении сопротивления, максимально тяжелого для спортсмена веса. Как правило, из этих спортсменов получаются самые лучшие тренеры. На них можно положиться и доверить им свое тело. В нашем городе есть одно место, где несколько профессиональных спортсменов готовы любого человека сделать сильным, выносливым и здоровым. Итак, Благовещенец, пришло время знакомиться. Петр Ушаков, кандидат в мастера спорта по гиревому спорту, мастер спорта по пауэрлифтингу, многократный чемпион Дальнего Востока и Амурской области, призер Кубка России, рекордсмен Амурской области по пауэрлифтингу. Ему 19 лет. В этом году он стал призером чемпионата России, занял 3-е место. Хороший парень, коммуникабельный, общительный. Заниматься, становиться лучше и сильней и общаться с тренером на общие темы. Ты хочешь этого, Благовещенец? Тогда присмотрись к работе этого чемпиона. Денис Урманов. Мастер спорта по тяжелой атлетике. Мастер спорта международного класса. Многократный абсолютный чемпион по Амурской области. Многократный чемпион и призер Дальнего Востока по пауэрлифтингу. Абсолютный рекордсмен. Очень грамотный специалист своего дела. Толковый такой тренер именно в области силовых видов. Он может и девушку, и парня сделать сильней. С ним узнаешь, на что ты на самом деле способен и что нет ничего невозможного. Благовещенец, если у тебя, по твоему мнению, есть проблемы, которые мешают тебе заниматься спортом, то пришло время познакомить тебя с Михаилом. Михаил – тренер, который по совместительству еще и врач. Михаил Белько – мастер спорта по пауэрлифтингу, многократный чемпион Амурской области, призер чемпионатов Дальнего Востока по пауэрлифтингу, рекордсмен. По совместительству врач. Работает в детской больнице и в областной больнице. То есть там у него много очень разных талантов. Тоже очень грамотный специалист, очень хороший парень. Медицинский грамотный подход поможет избежать ненужных травм и ускорит лечение уже существующих заболеваний. Спорт лечит. Это чистая правда. Девушкам особенно стоит обратить на это внимание. Тем более для них работает с виду хрупкий, а на самом деле очень сильный тренер. Анна Леон, мастер спорта России по пауэрлифтингу, многократная чемпионка Амурской области, рекордсменка по пауэрлифтингу, 10 лет в профессиональном спорте. Важно понимать, Благовещенец, что каждый должен заниматься своим делом. Не зря эти люди годами шли к тому, чтобы тренировать. Им можно доверять. А вот своей самостоятельности не стоит. Как минимум, отложение стали, разрыв связок, растяжение связок, то есть какие-то будут болезни суставов. Естественно, это все не за один раз, не за два, не за три. Это с годами накапливается, с месяцами. Но все равно нужен тренер грамотный, который объяснит, покажет, расскажет, обучит, как правильно делать упражнения. Да ладно! Вот он кто на самом деле. Я попала в руки к рекордсмену области по жиму лежа, участнику мировых чемпионатов по пауэрлифтингу и бодибилдингу, тренеру, чей стаж почти 20 лет. Это абсолютный чемпион, и ему уж точно можно доверять здоровьем и фигуру. Запоминай, Благовещенец, если тебе уже исполнилось 12 лет, то можно начинать тренировки. Раньше начнешь, большего достигнешь. Выбирай своего тренера, пересмотри свое питание, не пропускай тренировки, и тогда тебя ждет успех. Начинать нужно прямо сейчас. В апреле скидка на абонементы 40%. Делай свое тело. Догоняй тех, кто в теме. Дарья, дежурная по рубрике, мечтает научиться стоять в планке хотя бы столько, сколько продлился этот сюжет. Главное — выбрать хорошего тренера.